Ну что, все загрузили? Почти все. Почти все. При всем уважении, вы уверены, что это лучший вариант? Почему нельзя эту проблему просто... Потому что мой племянник-недоумок убил собачку. И угнал тачку. Тачку, которая в данный момент находится у нас. То есть мы все бросаем из-за тачки? Необычной тачки. Это тачка Джона Уика. О. Но, сэр, почему бы ее просто ему не отдать? Он убил племянника. Братишку. И дюжину моих людей. Все из-за сраной тачки и вонючей собаки. И ты думаешь, что он остановится? Сэр, но он один. Давайте устраним его и все. Джон Уик — человек целеустремленный. Самоотвержен. С охрененной силой воли. Он завалил трех мужиков в баре карандашом. Я знаю. Карандашом, мать его! Как такое возможно? Я могу тебя уверить. Истории, которые ты слышал об этом человеке, вероятнее всего, не досгущают краски. Да. У тебя моя машина.
Баба-Яга. Thank you.
Разве такой человек, как ты, способен на это? А почему бы и нет? Ладно, мир. Наслаждайся пенсией, мистер Уик. Привет, дружок. Молодец. У тебя тут хорошо, тихо. Аурелио. Привет. Что за фигня, Джон? Ты же любишь эту тачку. Что скажешь? Ну, движок почти развалился. Искореженная ходовая. Кардан еле дышит. И не знаю, заметил ли ты, у тебя лобовое треснуло. Хочешь знать, что я скажу? Я все починю. Спасибо, что нашел ее. Не проблема. Всего пара звонков, подумаешь. Позвони, как сделаешь. Хорошо. К Рождеству будет готово. Лет через 20.
Сантина. Можно выйти? Конечно. Кафе. Грации. Рад встрече. Я тоже, Джон. Слышал о твоей утрате, сочувствую. Спасибо. Привет. Белло. У твоего пса есть имя? Нет. Слушай, Джон, поверь, я не хотел к тебе обращаться. Хорошо, и не надо. Я умоляю тебя, не делай этого. Прости, Джон. Никто не может просто так соскочить с этого дела. Я пришел сюда с тяжелым сердцем, Джон. Но не забывай, если бы я не помог тогда, в ночь твоей невыполнимой миссии, то ты бы здесь не сидел сейчас. Все это благодаря мне. Это мое отчасти. Хочешь, забери. Забрать? Да, забери. Вексель – серьезная штука, Джон. Когда человек дает другому вексель, он связывает душу клятвой на крови. Найди кого-нибудь еще. Слушай меня. Что это? Ты помнишь? Твоя кровь. Ты пришел ко мне. Я тебе помог. Если откажешься, ты знаешь, что тебе грозит. Я уже не тот, кем был тогда. Люди не меняются, Джон. Я не могу помочь. Извини. Да, конечно. Ты не можешь. Смог бы прежний ты. До скорого, Джон. У тебя очень красивый дом. Буэнос, сэр. Thank you.
Мне нужен управляющий. Рад видеть вас снова так скоро, мистер Уик. Сообщите о вас? Да, пожалуйста. Сидеть. Мистер Уик направляется к вам, сэр. Безупречно. Можете пускать в оборот. Где он? Благодарю, мой друг. Работа отличная, отличная. Что ты творишь, Джонатан? Он сжег дотла мой дом. Ты отказался от векселя. Хорошо, что лишь дом пострадал. Джон, о чем ты думал, давая вексель такому, как Сантино де Антонио? По-другому я не мог соскочить тогда. О, вижу, как ты соскочил. Ну и что же ты думал будет дальше? Чего ты ждал, а? Неужели ты надеялся, что этот день не наступит? Чего он от тебя хотел? Я не спрашивал. Просто сказал нет. У нас всего два нерушимых правила. Не убивать на территории Континентали и оплачивать все векселя. Будь моя воля, ты бы отделался лишь экскомьюникадо. Но правление кланов требует более суровых мер за нарушение традиций. То есть выбора нет, да? Не платишь по векселю, умрешь. Убил держателя, тоже умрешь. Убежишь, умрешь. Ты принял эти правила, Джонатан. Выполни, что он скажет, и... свобода. А потом захочешь упасть ему на хвост или сжечь его дом, не возражаю. Но сначала... Правила. Точно. Правила. Без них мы бы стали животными. Вас присматривают за животными? Жаль вас огорчать, сэр, но в этом здании нет. Ясно. Я мог бы взять на себя персональную ответственность, если хотите. Буду признателен. У него есть кличка, сэр? Нет. Молодец. Жди. Это полотно было в коллекции отца. Для меня это, конечно, немного больше, чем масло и холст. Здесь я обретаю себя. Прошу. Я не хотел этого делать, Джон. Я с уважением отношусь к твоему решению. О, я вижу. Вижу, о чем ты думаешь. Я прав? Считаешь выходы? Охрану? Хватит ли времени? Интересно, как это будет? Ту ручку возьмешь? Или трость? Может быть, очки? Справлюсь руками. О,
как волнительно. Но ты знаешь, что нельзя, да? Я уже говорил, что мне нужен человек с таким же взглядом, как у тебя сейчас. Я искал Бабу-Ягу. Я искал Джона Уика. Скажи, чего ты от меня хочешь? Хочу, чтобы ты убил мою сестру. Зачем? В правлении кланов 12 мест. Камора, мафия, Ндрангета. Китайцы и русские. Когда умер мой отец, он завещал место ей. Теперь Камору представляет она. А я все время думаю, каких бы высот я мог достичь. То есть ты мне заказываешь Джиану Д'Антонио? Сам бы я не смог. Она мне родня. И я люблю ее. Нельзя так поступать. Она сейчас в Риме. На коронации. Ты пройдешь катакомбами. Но и... это не важно, где она сейчас. Поэтому мне нужен призрак. Лос Петро Джон Уик. Поэтому ты мне нужен. Сделай это для меня. И вексель оплачен. Что скажешь, Джон? Слов на ветер не бросает. Хорошая охота, мистер Уик. Добро пожаловать в Римский Континенталь. Чем я могу вам помочь? Мне нужен номер. Джонатан? Джулиус. Чао. Рад тебя видеть. Не припомню, когда ты в последний раз был в Риме. К тому же, я слышал, ты ушел на покой. Это так. Тогда не мог бы ты, Джон, ответить на вопрос. Ты здесь ради Папы Римского? Нет. Тогда ладно. Это один из наших лучших номеров. Грация. Хорошего отдыха. Мистер Уик.
Скажите, сомелье здесь? Я не помню, чтобы он отсутствовал. Добрый день, мистер Уик. Эргономичная рукоятка. Расширенная шахта магазина, чтобы легче было перезаряжать. И вы оцените тюнинг новой затворной рамы. Что еще, сэр? Нужно что-нибудь покрепче. Поточнее. Покрепче. Поточнее. А вот это карта храма и катакомб под ним. Какой стиль желаете? Итальянский. Сколько пуговиц? Две. Брюки? Зауженные. А подкладка какая? Защитная. AR-15. 282 мм. Сбалансирован затворной рамой с умным покрытием. Риджи Конако Пойнт с шестикратным увеличением. А это современный чертеж. Здесь одни, вторые, трое ворот. Диски из карбида кремния и керамические матрицы. Они идут послойно. Это новейшая защита. Мы вошьем этот материал между тканью и подкладкой. Абсолютно непробиваемая, хотя, к сожалению, больно будет. Порекомендуйте что-нибудь на финал вечеринки. Что-нибудь мощное, полнотелое. Рискните взять Бинелли М4. Доработанный ОСМ и рукоятка перезарядки. Текстурированные накладки, если у вас вдруг намокнут руки. Итальянская классика. А на десерт? Десерт. Изысканные ножи. Только что заточены. Прекрасно. Сможете пошить быстро? Ну, конечно. Куда прислать костюмы? В отель. Доставить все это в ваш номер? Да. Спасибо. Отлично. Мистер Уик. Желаю веселой вечеринки.
Вам нравится наш праздник? Простите, сеньора. Вас ожидает мистер Акори. Ясно. Через минуту. Мистер Акони. Ну что, вам нравится наш праздник? Благодарю вас, что встретились со мной. Прошу вас, садитесь. Мисс Де Антонио, нельзя вот так забирать то, что по праву. Вы ошибаетесь. Люди перешли к нам вместе с этими территориями. К их горлу приставили нож. Пустые слова. Кроме того, этот самый нож предназначался для их детей. Они должны были только смотреть. То, что было ваше, стало наше, мистер Акони. Идите. Хорошего вечера. Веселитесь. Кассиан, пойди проследи, чтобы гости не скучали. А я пока что поправлю макияж. Си, сеньора. Что бы я без тебя делала? Джон? Джоанна. Еще недавно было время, когда я считала, что мы друзья. Я до сих пор считаю. И все же ты здесь. Посланник моей смерти. Что заставило тебя, Джон? Вексель. Чей же? Твоего брата. Это с его помощью ты смог тогда скрыться ото всех.
И как же ее звали? Ту женщину, чья жизнь оборвала мою. Эллен. Эллен. Это Эллен. Стоило того, чтобы платить такую цену. Давай. Расскажу, что будет, когда я умру. Сантино займет мое место в правлении кланов. Подомнет весь Нью-Йорк. И ты преподнесешь ему это на блюдечке. Что твоя Эллен подумала бы об этом, Джон? Что твоя Эллен подумала бы о тебе? Зачем? Затем. Я прожила жизнь, как мне хотелось. И так же хочу умереть. Да, к сожалению. Очень жаль это слышать.
Законченные дела? Ясно. Что, не задалась ночка, да, Джон? Да! Да! Черт! Черт! Да! Да! Ну, хорошо! Что?
Джентльмены! Мне нужно напомнить вам, что запрещается вести свою деятельность на территории Континенталя. Нет, сеньор. Нет, сэр. Бен. Так. Предлагаю пройти в наш бар, чтобы вы могли успокоиться. Джин, правильно? Да. Бурбон, верно? Да. Грация. Грация миле. За мной был долг. Кому? Ее брату. Ясно. Значит, не было выбора. Он хочет ее место в правлении. Теперь оно его. Да. Да. А ты теперь свободен. Разве? Нет. Не думаю. Ты убил мою подопечную. И мы с ней были близки. Око за око, Джан. Иначе я не могу. Знаю. Сделаю все быстро. Обещаю. Ценю твою заботу, Кассиан. Постараюсь сделать то же самое. Сегодня плачу я. Считай, что это профессиональная этика. Нет. Спасибо.
Здравствуй, Джон. Я понимаю, что ты расстроен, что принимаешь это близко к сердцу. Но что бы я был за человек, если б не отомстил за убийство сестры? Джон. Пожалуйста, сообщите управляющему, что утром я съеду. Обработка данных, ждите. Сервис прекрасный, благодарю. Рад помочь. Там внизу есть безопасный проход. Тебя уже ждет автомобиль. Желаю хорошего путешествия, мистер Уик. Ваш заказ подтвержден. Что это? Он выполнил задание. Он вернул свой долг. Подпишите. Если мистер Уик еще и жив, то ненадолго. Подпишите, сэр. Вы даже не представляете, что вас ждет. Его уже ищет весь Нью-Йорк. Сомневаюсь, что мы увидим его. Очень зря. Вы вонзили нож в спину дьявола и заставили вернуться в ту жизнь, от которой он ушел. Вы уничтожили его храм, сожгли все дотла. Его уже не держит вексель. И что же он будет делать? Он сделал всего один глоток другой жизни и проникся ею. А вы, сеньор Де Антонио, лишили его всего. Он уже возвращался. То было ради любви, не ради вас. Он был мне должен. У меня были права. О да. Но вы разбудили зверя. Он просил вас одуматься. Он предупреждал. Адио, Сантино.
Thank you.
Я проткнул ножом аорту. Вытащишь, истечешь кровью и умрешь. Считай, что это профессиональная этика. Всякую руку не стала бы тратить. Ты видишь всякую хрень. И то, что ты видишь, это ночные кошмары. Вот, к слову, однажды я... Отведи меня к нему. Скажи, что я Джон Уик. Знаете, они пихают это во все подряд. Четвертак, не надо. Охренеть не встать. Джон Уик. Человек и миф, легенда. Хреново из тебя, пенсионер. Но я очень стараюсь. Мистер Уик уже не помнит, но мы познакомились очень давно. И еще до моего восхождения. Когда я был лишь пешкой в игре. Ты мне подарок тогда вручил. И он сделал меня королем. Да, ты не помнишь, конечно, но я стоял в переулке. И даже не слышал, как ты подошел. Ты оставил мне это. Подарочек от Бабы Яги. Подходит для любого случая.
Ты предоставил мне выбор, Джон. Выхватить ствол, стрельнуть тебе в спину и сдохнуть, или покрепче передавить шею и выжить. Ну и вот, как видишь, я выжил. С тех пор ко мне невозможно подкрасться. Спасибо, Джон. Я все вижу и все знаю. Тогда ты знаешь, зачем я здесь? Сантино де Антонио, да. Заказ на тебя ушел в народ. Тебе не поздоровится. Какое вознаграждение, Эрл? 7 миллионов долларов. Черт! Просто праздник. Потом надо будет отметить. Мне нужна твоя помощь. У тебя глаза на каждом углу в городе. Сидят и клянчат мелочь. Думаю, ты можешь найти Сантино. Хорошо бы спрятать меня под землей и отвезти к нему. Какая же это прелесть! Баба-Яга умоляет о помощи. Что ж, конечно, Джон. Да, Джон, все, что захочешь. А может, еще и спинку потереть, Джон? Ты точно мне поможешь. С какого перепугу мне это делать? Потому что только я могу помочь тебе. То есть ты мне поможешь? Вот такие благородства с вашей стороны, мистер Уик. Аттракцион неслыханной щедрости. Но посмотри, похоже, что мне нужно помогать. Сдается мне, что вопрос в том, мистер Вик, кто в таком гребанном мире, как наш, захочет помогать вам. Надвигается гроза. Не на меня. На всех, кто не сидит в правлении кланов. Да, конечно, убийство кого-то из правления создает проблему. Но это твоя проблема. В конце концов, это не мои люди послали Джанну де Антонио к ее праотцам. Да, но в итоге Сантино займет ее место. Ему нужен весь город. Или думаешь, что починив север, он просто остановится? Думаю, что каждый должен заботиться о себе. Правда? И как долго? И сколько будет крови? Убьешь Сантино, каморры и правления кланов придут за тобой. Если я убью Сантино, придут за мной. Джон, он дает 7 миллионов за твою жизнь. 7 миллионов долларов – это огромные деньги, мистер Уик. У тебя снова есть выбор. Получить войну или же просто... дать мне ствол. Кто-нибудь, пожалуйста, дайте этому парню оружие. Кимбер 1911, 45-й калибр. 7 патронов в магазине.
Приветствую всех. Давайте выпьем за будущее правления кланов и, конечно же, почтим память моей дорогой сестры. Алазан. Рад вас видеть. Мистер Акони, как вы? Вы здесь? Да. И ты со мной? И сюда. В рамках этой экспозиции взаимодействие источников света и природы восприятия собственного образа дает возможность получить опыт, демонстрирующий хрупкость нашего восприятия пространства и нашего места в мире. Мы надеемся, что с помощью этой выставки вы сможете по-новому понять мир, что, возможно, приведет вас к более глубоким размышлениям о природе собственного я. Боже мой, Джон. Боже мой. Ты просто не понимаешь. Ты выплатил свой долг, Джон. Бежал бы без оглядки. Ты ведь знаешь, что с тобой сделает Камора? Думаешь, что ты бессмертный? Нет, Джон. Нет. Убив меня, заказ не отменишь. Наоборот, ты сделаешь только хуже себе. Джо, знаешь, что я думаю? Я думаю, ты помешался на отмщении.
Ни личной жизни, ни жены, ни дома. Месть. Это все, что у тебя есть. Ты хотел меня вернуть. И я пришел. Конечно. Добрый вечер. Управляющий здесь? Управляющий в отеле постоянно.
Уинстон. Мистер Д'Антонио, невеселый у вас вечерок, как я погляжу. Ищите тихую гавань, полагаю. Аннулируйте членство Уика сейчас же. По нашему мнению, мистер Уик не нарушил никаких законов. Но вы наверняка знаете, что у меня есть право... Не надо повышать на меня голос, мистер Д'Антонио. Это королевство мое и больше ничье. Ладно. Наслаждайтесь им, Уинстон, пока еще можете. А вы его привилегиями, сэр. Я хотел бы увидеть Сантино Д'Антонио. Он ожидает вас в гостиной, сэр. Утиный жир. С ним совсем другой вкус. Джонатан? Ты видел их меню, Джон? Столько блюд. Джон, послушай меня. Ты можешь жить здесь очень долго. И каждый день будут разные блюда. Джонатан, просто уходи. Да, Джонатан. Уходи. Что же ты наделал? Закончил. Как он себя вел? Он был хорошим псом. Мы отлично провели время. Да. Пошли домой. Мистер Уик. Не угодно ли пройти со мной? Идем, дружок.
Мне было очень приятно, мистер Вик. Прощайте. Джонатан. Уинстон. Ну что мне светит? Гамора удвоила стоимость контракта и подключила другие страны. Все правление? Ну да. А что Континенталь? Ты убил человека на территории отеля. Мне остается только объявить тебя экскомьюникадо. Доступ к услугам отеля, собственно, как и двери, для тебя отныне закрыты. Мне очень жаль, Джон. К сожалению, ты обречен. Но почему я еще жив? Я так и распорядился. Сейчас. У тебя 1 час. Больше я откладывать не смогу. Отдел оплаты счетов. 1-1-1-1-1. 1 час. Джон Уик. Экскомьюникадо. Заказ 1-1-1-1-1 подтвержден.